Шымкенте создали центр непартийного наблюдения и мониторинга выборов. Туда входят штабы неправительственных организаций и профсоюза. В центре обучают независимых наблюдателей по лучшим мировым стандартам, разъясняют выборное законодательство, протокол наблюдения и что необходимо делать в случае выявленного нарушения. В мегаполисе зарегистрированы 1517 наблюдателей от партии и еще два международных от ОБСЕ. Мы готовим у себя в штабе 293 наблюдателей. С ними мы, конечно, проводим соответствующую работу. Это работают с ними психологи, политологи, как себя вести и, значит, не нарушая закон.